не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. «29 марта в Союзе Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты состоялась трехсторонняя встреча принимающей стороны с руководителями и Тувинской торговых палат, которая была посвящена вопросам взаимодействия региональных палат. Президент Союза Рафаэль Шагиев рассказал коллегам о предстоящем объединенном торгово-экономическом форуме России, Монголии и Китая, который пройдет с 26 по 28 июня в Красноярске. Помимо этого, Владимир Платонов подробно рассказал о ходе реализации проекта «Бизнес-маркет». В ходе переговоров руководитель Московской палаты и генеральный директор ТПП Республики Тыва Владимир Журавлев договорился о подписании соглашений между двумя палатами в рамках проекта и интеграции в данную площадку регионального маркетплейса «Сделано в Туве». В Туве по проекту прямые выплаты и пособия выплачены на общую сумму 200 миллионов рублей. Республика Тыва присоединилась к пилотному проекту «Прямые выплаты» с июля прошлого года. За это время в отделение фонда социального страхования за выплатой пособий по временной нетрудоспособности, пособия в связи с материнством и детством обратились более 10 тысяч человек. Региональное отделение фонда социального страхования напоминает о сроках и порядке выплаты пособий. В рамках пилотного проекта работники, как и прежде, предоставляют документы, подтверждающие право на получение пособия своему работодателю. Он, в свою очередь, обязан в течение 5 дней направлять документы в отделение фонда социального страхования. Пособия перечисляются гражданам в течение 10 дней с момента поступления правильно оформленных документов. Курс доллара на сегодня составляет 65 рублей 32 копейки, евро 73 рубля 42 копейки. Кызыл, встречай московскую ярмарку верхней одежды. Мужские и женские куртки по оптовым ценам. Размеры до 72-го. Торопитесь, ЦУМ, цокольный этаж. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях. Наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». Министр культуры Республики Тыва Алдар Тамдын подписал соглашение с Сибирским государственным институтом искусств имени Дмитрия Хворостовского о сотрудничестве в подготовке профессионалов. Уже в этом году в институт смогут поступить 6 выпускников из Тувы – это вокалисты, пианисты, баянисты. Как сообщает пресс-служба Министерства культуры, на встрече Алдар Тамдын отметил, что многие учреждения культуры Тувы нуждаются в узкоспециализированных сотрудниках, которые как раз и обучаются в вузах, подобных Сибирскому государственному институту искусств. Участники обсудили и другие насущие вопросы. Возможность обучения по целевому набору, выезды творческих коллективов в Туву с концертными выступлениями, актуальные специальности, бюджетные места и условия проживания студентов. В Туве 13 апреля пройдет финал регионального этапа конкурса «Бриллиантовая невеста». Организатором выступает агентство «Лучшая свадьба». Региональным директором фестиваля «Бриллиантовая невеста России» с самого первого дня является несменная Сайзана Актинми. В этом году участвуют 13 девушек. У каждой из них своя программа и, конечно же, свое оригинальное свадебное платье. Участницы активно готовятся к выступлениям и посещают разные мастер-классы и репетиции. Мы на репетиции фестиваля «Бриллиантовая невеста», и сейчас у девчонок спросим, что они тут делают. Вас на секундочку. Привет, как зовут? Здравствуйте, меня Ульяна зовут. Ульяна, да, что здесь делаешь? Мы учим финальную проходку конкурса. Ну, мы тут собираем, репетируем. Дефиле у нас сегодня репетиция по дефиле. Как настроение? Хорошее, как всегда, после работы. Второе место планируешь заполучить? Нет, только первое. У тебя какая-то своя программа есть? Конечно. А расскажешь, что там будет? Нет, не расскажу, это сюрприз. Не убежала. Отлично. А если не секрет, что еще будет? У нас будет признание в любви мужу. Это третий этап, ну, как сказать.
Муж-то в курсе, что ты здесь? Дети? В курсе. Все в курсе. Все в курсе. Одобряют? Да, и поддерживают меня. Волнующий момент, когда еще раз признаешься своему мужу в любви. А для него готовится сюрприз, и поэтому это останется. Ты ему речь уже свою рассказала, нет? Пусть будет сюрпризом. Там мы в массаж, на массаж ходили с мужьями. И... Понравилось? Да, понравилось. А тебе? Да, понравилось. Отлично. Мне аэро-йога понравилась очень сильно. А, так ты сразу после работы сюда? Почти после работы сюда приходим, работаем, и после работы здесь тренируемся. Бачата, это тренировки. Тренировки в смысле вас боксу учат, что ли? Нет, я забыла, как называется. Зависать в воздухе, интересные растяжки всякие делают. Ну, понравилось. Ничего сложного не было. Да никого ничего сложного, уж как-то все было просто. Все, было все очень интересно вот поэтому. А к подиуму готова? Почти. А вот он сейчас посмотрит, что скажешь. Он у меня телек не смотрит, он занятой человек. Сайзанак активно помогает девушкам и поддерживает их на всех этапах подготовки. Уже 13 апреля жителей Тувы ждет масштабное мероприятие в стиле тусовки, которое завершится грандиозным конкурсом «Бриллиантовая невеста». Для участия приглашаются партнеры и зрители. Кстати, для зрителей будут разыграны призы. И 13 апреля в 18 часов состоится финал фестиваля «Бриллиантовая невеста Республики Тыва». Приходите, ждем вас. Приходите увидеть и поболеть, и выбрать бриллиантовую невесту Республики Тыва. Узнать все подробности о вечеринке можно в группе ВКонтакте «Фестиваль невест Республики Тыва» и из интервью с организатором на официальном YouTube-канале «Радио Голос Азии». В Туве закончились экзамены основных дней досрочного периода. Все прошло в штатном режиме, без технических сбоев. Образовательная организация создала все необходимые условия. В регионе на досрочный период было зарегистрировано 402 выпускника прошлых лет, явились более 60%. Участников ЕГЭ принимал пункт проведения экзаменов, расположенный на базе школы номер 4 города Кызыла. Во время экзаменов в пункте проведения применялась новая технология получения бланков через интернет. Заметим, что Тува вошла в состав 8 регионов, где применяется эта технология. Внедрение такого способа доставки вместо CD-дисков значительно облегчило работу членам Государственной экзаменационной комиссии и технических специалистов. Все работники прошли обучение на платформе Федерального центра тестирования и показали высокий уровень подготовки. В настоящий момент участники досрочного периода изучают результаты экзаменов за 20 и 22 марта. Напомним, что досрочно сдать ЕГЭ могут выпускники прошлых лет, вне зависимости от срока давности аттестата, выпускники техникумов, лицеев и училищ. Кроме того, право сдавать ЕГЭ, не дожидаясь окончания последнего учебного года, имеют и некоторые категории 11-классников. К их числу относятся выпускники вечерних школ, которым в этом году предстоит отправиться на военную службу, ребята, которые после окончания школы уезжают на постоянное жительство в другую страну, участники общероссийских или международных соревнований, олимпиад или конкурсов. В случае, если срок состязаний или тренировочных сборов совпадает с основным этапом сдачи ЕГЭ. Для того, чтобы получить возможность сдать ЕГЭ досрочно, выпускники школ должны написать заявление на имя директора своей школы, указав причину. Тувинский борец Начин Кулар включен в состав сборной России на чемпионат Европы в Румынии. Напомним, в начале этого года на международном турнире имени Ивана Ярыгина после финального поединка между Чекаевым, представлявшим Чечню и Дагестан, и Куларом произошел инцидент. В конце схватки Начин провел прием при счете 1-2. Тренеры Чекаева подали протест, который судьи удовлетворили и признали победителем Ахмеда. Недовольные болельщики были крайне недовольны и очень эмоционально выразили свое мнение. После Шалбан Караул, наблюдавший этот поединок в сети интернет, позвонил главному тренеру сборной России по вольной борьбе Дзамбалату Тадиеву. И тот заверил, что Начин Кулар в составе сборной России выступит на чемпионате Европы по спортивной борьбе. По республике облачно с прояснениями, местами небольшой и умеренный дождь. Мокрый снег, в горах местами сильный снег. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 2 до плюс 3, местами от минус 5 до минус 10. Температура воздуха днем от плюс 10 до плюс 15, местами от 0 до плюс 5. В Кызыле облачно с прояснениями, небольшой дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Временами порывы до 12 метров. Температура воздуха ночью от 0 до плюс 2, днем от плюс 1. 11 до плюс 13.
За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.